В этом году Верхневолжье отмечает несколько знаменательных дат. 165-летие официального утверждения герба нашей губернии, 25-летие принятия регионального закона о гербе и флаге Тверской области и 15-летие учреждения праздничного дня в честь символов региона. Между тем, как показал опрос, далеко не все горожане могут вспомнить, как выглядит флаг Верхневолжья и тем более, как он отличается от, собственно, Тверского. Как выглядит флаг Тверской области? Бело-желто-красный цвет, тумба, на которой изображен герб, корона. Шапочка на стуле на красном фоне. Это герб, а сам флаг? Флаг? Нет, не знаю. А флаг Твери как выглядит? Нет, не знаю. Желтый, красный, есть желтая полоса, а посередине герб. А флаг Твери как выглядит? Ну, они схожи, по-моему. На красном фоне кресло, царский трон, и там корона. А сам флаг, как цвета расположены? Вот это я не могу вспомнить. По-моему, полоса желтая, посередине красная и еще желтая. То есть он между двух полос. Тверской области герб и, в смысле, табуретка и корона. А полосы как располагаются и какого они цвета? Красный, желтый. По расположению не вспомню. А чем отличается от флага Твери? Не скажу. Ну, так же, российский же. У нас же флаг российский. А Тверской области как? А я не знаю, понятия не имею. Красно-синий или оранжево-синий. Корону помню, остальное смутно. Желтый-красный. А расположены как? Сверху красный, снизу желтый. А чем он отличается от флага Твери? Где-то должен быть козел.